Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу показать, как можно связать вот такого динозаврика. Посмотрите, как смотрится эта игрушка. Вяжется невероятно легко, так как здесь вывязываем вот голову и далее вяжем туловище, по ходу вывязываем вот такие лапки. Это одна цельно вязаная деталь. Вывязываем сверху контрастным цветом вот такие шипы. Вяжется игрушка очень быстро, расход пряжи небольшой. И по сантиметрам игрушка 13 сантиметров. Вот такой динозаврик. Игрушка самостоятельно стоит на ножках. И сегодня с вами свяжем такую красоту. Для динозаврика я буду использовать пряжу в 100 граммах, 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Начинаем вязать первый ряд. Делаем кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Теперь с 3 по 5 ряд вяжем по 12 столбиков. И вот по 12 столбиков провязали 3, 4 и 5 ряды. Теперь возьмем глазки. Если вы тоже вставляете на безопасном креплении, то на этом этапе нужно вставить глазки. И вот между, получается, 3 и 4 рядами вставляем глазки. Вот где-то здесь. И вот между глазками где-то вот 3 столбика. Вяжем 6 ряд. В 6 ряду нужно провязать 6 убавлений. 1, 2, 3. На этом этапе берем наполнитель, наполняем и довязываем 4, 5 и 6. Всего получилось 6 столбиков. Вяжем 7 ряд. Здесь провязываем 12, 6 прибавок, то есть будет 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вяжем 8 ряд. Провязываем 1 столбик, в следующий прибавка. Так повторяем 6 раз. Столбик, прибавка, второй раз, столбик, прибавка, третий раз, столбик, прибавка, четвертый, столбик, прибавка, пятый и столбик, прибавка, шестой раз. В конце 8 ряда 18 столбиков. И теперь будем вязать 9 ряд. В 9 ряду вывязываем ножки. И здесь расчет столбиков будет индивидуальный. Он может совпасть с моим, может не совпасть. Все зависит от того, вот в каких местах вы прикрепили глазки. Нужно ориентироваться по глазкам. Вот они здесь располагаются. Значит, ножки должны вот соответствовать вот параллельно внизу глазкам. И потому в 9 ряду я начинаю вывязывать сразу ножку, так как это будет пропорционально для динозаврика моего. 1 столбик с накидом, но провязанный не до конца, 2 столбик с накидом не до конца, 3, 4, можно сделать 4, можно сделать 5 столбиков. И теперь провязываем вот все накиды, кроме вот последней петельки. Осталось 2 петельки на крючке, и теперь их довязываем. Вот получилась такая ножка. Далее вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И вот здесь, вот я смотрю, будет располагаться 2 ножка. Тоже так же само делали столбик с накидом, но не до конца. 1, 2, 3, 4 и 5. И теперь провязываем все петельки, кроме одной. И теперь 2 петельки вместе провязали. И довязываем между ножками вот 1 столбик, 2 столбик, 3 и 4. Количество столбиков вот между ножками 4, и количество столбиков в ряду 18, не поменялось. Вот посмотрите, как располагаются ножки относительно вот глаз и головы. Теперь переходим на 10 и 11 ряд. Они провязываются по 18 столбиков без изменения. Вот 10 и 11 ряды по 18 столбиков. Переходим на 12 ряд. В 12 ряду вывязываем тоже ножки. И этот ряд будет совпадать по количеству столбиков также, как мы вязали 9 ряд. Значит, вывязываем ножку, если у вас совпало так же, как у меня, 5 столбиков с накидом, но не до конца довязанные. 2, 3, 4, 5. Провязываем все петельки, кроме последней, и здесь довязываем 2 оставшиеся петельки. Теперь вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вывязываем вторую ножку. 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Провязываем все, кроме крайней, и теперь довязываем 2 петельки. И довязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Количество петель в 12 ряду не изменилось. Здесь 18 столбиков. Вяжем 13 ряд. Провязываем 1 столбик. В следующем убавка. И так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. 1 столбик, убавка. Это второй раз. 1 столбик, убавка, третий. Столбик, убавка, четвертый. Столбик, убавка, это будет пятый. Столбик, убавка, и это 6 раз. В конце 13 ряда 12 столбиков. Наполнили игрушку наполнителем. И теперь вот в нижней части нам нужно сделать убавление. Вот я первую убавку делаю в начале ряда. Возле ножки. Теперь провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 столбиков, делаю вторую убавку возле ножки и довязываю 1 столбик. Всего получается 10 столбиков в ряду. Еще немного дозаполнила наполнителем. Вяжем 15 ряд. Снова повторяем убавку в нижней части динозаврика. Провязываем 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5, убавка, и довязываем 1 столбик. Получилось 8 столбиков. Вяжем 16 ряд. Начинаем ряд с убавки. Далее 1 столбик, 2, 3, 4 и убавка. В конце 16 ряда 6 столбиков. Еще, если хотите, можно немного дозаполнить наполнителем. Вяжем 17 ряд. Здесь провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 ряд вяжем 3 убавки. 1, 2 и последняя 3-я убавка. И отрезаем ниточку. Вот туловище связали, сейчас спрячем кончик ниточки. Вот, подхватываем крайние петельки столбиков . Ниточку так подтянули. И теперь в середину прокалываем и выводим где-то сбоку игрушки. Хвостик расправляем, чтобы не сильно его затягивать. Вот так. Теперь контрастной пряжей свяжем такие шипы. Вот там, где был переход с головы на туловище, присоединяем нить контрастного цвета. И вот между столбиками провязываем один столбик с накидом. Сюда же провязываем второй столбик с накидом. И сюда же третий столбик с накидом. Теперь далее соединительная петля. Переходим на следующие столбики. Тоже вывязываем 3 столбика с накидом с одной точки. 1, 2 и 3. Далее соединительная петля со следующего вот столбика, тоже вывязываем 3 столбика с накидом с одной точки. 1, 2, 3 и соединительная петля. Расправляем, отрезаем нить и эти хвостики прячем вовнутрь изделия. И вот получается такой динозаврик. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!